Мама, такое ощущение, что он задыхается. Да, потому что ребро, скорее всего, сломал. Но он напряжен. Ну, потому что ему больно дышать, он не может. Он не знает, что взять. Так, сейчас или скажите. Не-не-не, надо мордочку это, намордник. Здравствуйте. Так, вот ваша карта по назначению доктора, которую вчера вас принимал. Так, счета там оплатили? Я оплатила, да, вот я 6000 оплатила. Собаку мы забираем из клиники, везем на МРТ, потому что собаке перелом позвоночника. Собака пока в тяжелом состоянии, ей вот очень больно. Сейчас я капельницу отключу, минуточку прям. Так, сейчас давайте тогда на шифер ее положим и на нем. Давайте, давайте. А как вообще его назвали собаку? Ты что-то даже не спросила. Барон его звать? Барон звать? Ну, по карте у меня барон записан. Так, еще один барон вот у нас. У нас же баронов уже штуки 3. Вот, тяжелый у него перелом. Тяжело дышит. Отдышка, сейчас мы его машину. В общем, сейчас мы едем в больницу. Я хочу снять видео. Вот пока мы едем в данный момент. Я перебралась на заднее сиденье. Чтобы вам, пока мы едем, рассказать историю, потому что мы везем собаку из одного города в другой. Была она сбита в Аскитиме, потом ее привезли в Берск ночью, в самую ближайшую клинику. И сейчас мы ее везем в Новосибирск для того, чтобы ей сделать МРТ, потому что собаки выявили перелом позвоночника. Ну вот. Хозяйка собаки, девушка-подросток. Она плакала вчера. Получилось так, что собака у них убежала с дачи и попала под машину. Ну, скорее всего, попала под машину где-то на проселочной дороге. То есть, скорее всего, что просто водитель не соблюдал скоростной режим, потому что, ну, там невозможно было вот так вот сильно сбить собаку на этой дороге. Там дорога такая грунтовая, как бы. Вот. Значит, собака убежала с дачи, и хозяйка попросила нашей помощи, девочка, потому что денег у них с мамой нет. Ну, скажем так, семья со средним достатком, даже не то чтобы со средним, а у них даже нет машины в семье. То есть вот как бы люди не могут себе позволить. Сейчас мы оплатили в клинике 6000. Это вот всего лишь за ночь пребывания собаки в стационаре. То есть у этих людей даже 6000 не нашлось. И мы помогли оплатить. В общем, ну, мы понимаем, что ситуация такая как бы критическая. То есть мы видим, как собака дышит, как у нее все тело трясется, вибрирует. То есть ее сейчас обезболили, но настолько сильный перелом, что даже вот обезболивание, оно как бы не срабатывает, ну, на 100%. Собака пока в тяжелом состоянии. Мы сейчас везем в другую клинику, которая занимается конкретно спинальниками. Вот, надеемся, нам там помогут. Сейчас мы должны сделать МРТ. Стоимость МРТ 15000. Вот, и мы надеемся, что вы нам поможете, потому что если мы не сделаем МРТ, мы не сможем понять, сможем ли мы помочь этой собаке или нет. Останется ли она инвалидом пожизненно, либо у нее будет какой-то шанс встать на задние лапки и бегать, как прежде. Собака молодая, щенка, значит, взяли с улицы. То есть это был бездомный щенок, люди его спасли, и вот так вот просто произошло, что собаку сбивает машина. Вот, в данном случае мы вот так вот привязали его бинтами к кусочку шифера, чтобы транспортировать, чтобы его не перегибать ни в коем случае. Пока вот так вот у нас все не очень радужно. Ну, в общем, едем в Новосибирск. Вот. Едем пока. Ехать нам еще минут 30 примерно, навигатор показывает. А вообще собаку изначально нашли люди, совершенно посторонние люди, прохожие. Они нас нашли, вот с Юли позвонили нам, мы согласились помочь сразу же. То есть даже не раздумывая, мы поехали ночью за собакой, но потом выяснилось, что там эта девочка, подросток, значит, хозяйка. Ну и попросили какого-то местного человека, который на машине повез собачку в ближайшую клинику. А здесь уже мы забрали. Вот уже, это уже получается сегодня ночью это все произошло, а мы вот на утро только поехали. Вот, мы думали, хозяева сами справятся в лечении, поскольку, ну, хозяева все-таки, но потом нам объяснили, что у них вообще, то есть, ситуация с деньгами очень плохая, и, как бы, ну, их нет, грубо говоря, и, то есть, без нашей помощи вообще люди не справятся, ну, а собаке помочь нужно. Так, все, вот, мы привезли собаку в клинику на МРТ, вот, немножко опоздали, но, надеюсь, нас сейчас примут.
Пока вот так. Короче, сейчас ждем врача. Короче, мы барона транспортируем на прием к доктору и на МРТ сейчас. Вот. Его перелом позвоночника. Вот, ему надо МРТ делать. Ну, то есть это точно перелом. Видите, у него он весь в тонусе. А снимок у вас нет с собой, да? Описание сделали только. Да, сейчас. А еще надо будет его куда-то транспортировать сейчас? Да, сами куда-то еще. Ага, ага. Спасибо большое. У собаки сильнейший болевой синдром. У нее начался отек. Вот мы видим, как она дрожит. Вот сейчас врачи готовят укол и поставят обезболивающее. Потому что мы только приехали в клинику вот на МРТ. И потом будет даваться наркоз и делаться МРТ. Очень тяжело и очень больно сейчас ему. Это обезболивающее, да? Как? Ну, презерватив. А? Ну, презерватив. А, ну, наркоз, короче. Листья и боли. Ага. Успокоит. Ну, да. Стоимость, а здесь тоже, да, наверное, списывается. Так, сейчас тут распишемся. Вот это у нас